Я сделаю. И, кстати, трейдеры часто выигрывают. Типа. Надо бы не забыть потом изменить обратно. Финаргот даже не стал отнекиваться. Я же сказал, я первую катку играю. Да-да-да, нормально, разогревать. Ой, блин. Чат, я буду сегодня предателем или нет? А, я знаю, короче, чат. Если вы дружно нажмете на фоловы, я стану предателем. Как вам такое? Вот скриньте, вы сейчас все нажимаете на фоловы, но только те, кто еще не нажимал. И я тогда стану предателем. Что делает мага? Это что, недопустимое окраснение? Меня. Ну давай, вылези. Хорошо там в канализациях сидеть? Чисто. Что? Смотри! Ты на что расскажешь? Киберспорт. Ты на что? А смотри, когда пришел. С медицины иду вниз. О! А там трейдер как раз таки из медицинки вылез. А как вам? Как вам, как я починил два раза? Не, я в медицину а не теперь, зашел, теперь я сверху рассказываю, убежал. Рассказываю я вам гений. Историю. У нас здесь дабл килл. У нас один труп Финаргота лежит внизу слева. Второй лежит Дина на камерах. Далее, я стою вместе с Джоэном. Джоэн 100% мирный. Это раз. А далее. Почему ты не репортишь труп, если смотрите, ты нашел? Потому что, ты слушай до конца. Не перебивай, а дослушай мою историю. Ты говоришь 40 секунд. Тебе все... Ну, подожди. Хорошо, я ничего не буду говорить. Хотел рассказать очень это интересная бист, история. Это не бист, five skill, это не бист. Интересная надо. История от биста, потому что я бегу по верхней части, я выбегаю под камеры, камеры выключены, и после этого репорт, и он говорит, что это я. Что, блядь? Да. Ну, короче, я если могу сказать, что Макриски точно красный. Да, Макриски точно красный, потому что мы вдвоем бегали. Дайте рассказать. Открывается вентиляция. При мне открывается вентиляция на камерах. Джоэн стоит в электрике. Я понимаю, если он в электрику не вылезет, если... а значит остается. Я бегу на камеры. На камерах лежит труп. И Асмодей бежит как раз таки со стороны медицинки. У меня для тебя вопрос. Не, Асмодей, можно секунду? Сейчас. Возможно, Асмодей, возможно, бист. Ну, бист, у меня есть вопрос. Если ты оправдаешься, то окей. Ты видишь два трупа у тебя. Они, возможно, уже лежат очень давно. А если сделать еще два килла, почему ты ждешь до конца? Только что была вентиляция. Я типа не понял, я потому что не видел труп, я не видел репорт, я просто бегу типа под камеры, камеры выключены. Что трейдер в медицинку говорит, что прыгнет. Я открыл камеры и посмотрел, что бежит. Это скип, да? Это скип, но Рис, походу, ошибся, потому что это правдоподобно, типа, я зашел в камеры, чтобы увидеть, кто выйдет с медицинки, потому что знаешь, что он в электрику не пойдет, я либо Джоэн его увидит. Типа, он стоит. Без красный, маг! Он меня мог купить миллиард раз. Чат, вот вы когда играете, вы используете довод. Он хороший, потому что он меня не убил, когда у него была возможность. Space Panda, доброе утро. Доброе амстердамское утро. Спасибо большое за донат. Я просто никогда вообще не применяю... Я вообще никогда не применяю этот довод. Потому что предатели постоянно хотят сформировать алиби. И они специально проводят время с игроками, чтобы те к ним привыкли. Чтобы те говорили на собраниях, что тот-то, тот-то был со мной. Ну, я сама так делаю. И люди так делают. Поэтому я считаю, довод «он меня не убил, когда была возможность» вообще не стоящим. Советую не ориентироваться на него. Потому что ты вот так доверяешься человеку. Я помню, как мы тогда с Ликсом на админке вместе стояли, стояли. Раз, стояли два, стояли три. А на четвертое стояние он меня прищучил. Как сейчас помню. Чем ты тянешь? Ребят, я вам говорю, это Асмодей, вы в него не голосуете. Ребят, при семерых идите вы нахуй, блядь. Я вам говорю, что это Асмодей, там дабл килл, вылез из вентиляции, блядь. Вам этого недостаточно? Ну хорошо, но ты вышел из медицинки. Я так понимаю, что квесты никто не делает в этой игре. Я из медицинки вышел. Я делала. Я делал, меня. Я все квесты, я только что последний квест сделал просто.
Я не понимаю, почему вы скипаете. Я был в другой стороне, со мной никого не было. Я даже не знал, что... Да не, я в плане того, что КД уже... Мы же с тобой вместе убили. По 10-го найдите уже в этой жизни. Уже за... Дезертук, привет. Привет. Не знаю, я называю трейтером, его не кикают. Меня просто вхидывают, потому что я говорю информацию, и меня кикают, блядь. Очень интересно. Поправь, Дин, таймер. А, таймер, блин, ребят. Господин Дезертюк, здравствуйте. Какой? Ну что ты покинул? Он пытался покинуть, я пытался сбросить. Почему? Таймер. Почему, блядь? Иди, можешь убить меня, давай, убей меня. Реально, нажми на меня, давай. Почему я трейдер? Давай, убей меня. Я не хочу тебя убивать. Мне не выпадет теперь трейдер на протяжении всех, ура, потому, что мы будем играть. Я хочу замерного играть. Че за смайлом с сердечком, я понял. Где вот лицо Ликса, и он такое сердечко держит. Батросиви смайлик, где мы? У него есть батросиви. О, пульс. Блин, я жду, может, пытать. Его профиль надо зайти, пойти, можно добавить, хотя вот если он доступ дал. Чего? Залезайте. Мы тебя слышим, кстати, мага. Залезайте. Кто-то один не зашел? Я знаю, да, что это слушать. Это наш TTPS. Так, все нормально, поехали. О, у Вани праздник. Да, блядь, ну Дина, ну. Не на... А, ой, сори. Извините, пожалуйста. Мне написали, что надо просто статистику победы подавать. Ремонт. Все, готов. Потом такая, типа, сядь. Так, 20 и 22,5, правильно? Хорош вин. Хорош, да. Мне написали в чате, что... У меня в поле кода HTTPS, и люди мне пишут в чате, что я код спалил. Это смешно, кстати. Это прям смешно. Смотрите, чат, у меня задание с пробирками. Поэтому, пожалуй, я сразу в начале партии нажму на пробирки. А еще знаете, что я сделаю? А еще я хочу выслеживать коварных преступников. В электрике? Да. Это не манурин. Ну, короче... Авдич красная, скорее всего. Да, манурин тоже. Ребята, у вас есть слот случайно? Нет. А что, у тебя отменился стоматолог? Ну да, можно так сказать. Блин, ну я, скорее бы сыграл. Я могу выйти на Next. Блин, у нас пока заполнено. Я могу выйти на Next. Ты уступишь, Катя, да? Давай. Смотрите, еще и выгнала, давай. Это, я забегал, за мной бежал Five Skill, типа на админке все. Оставался Дезертук, да. От нас убежал ранее Макривский, Финаргот и еще кто-то. Да, я видел этого Джойна, он стоял просто на свету. Я сделал два задания на Питерсе, убежал. Бля, я уверен, что это опять Финаргот, только... Так, ребят, смотрите, я стояла на нижнем двигателе в уголке, мимо меня пробежал Бист в сторону камер, потом мимо меня пробежал Финаргот в сторону камер. А Труп Макривский где был? На электре, да? Я на нижнем. Сейчас на нижнем. Прямо где электричество чинить. Потому что я видел, вроде Макривский ты не забегал в электрику? Я забегал, я же говорю, я сделал задание, выбежал там. Он там еще... Короче, а что я хочу сказать, что Авдеич точно красный, мы с ним вместе вот играли, все. Она могла меня убить 300 раз. Всё, так один килл. И шо? Один килл. Она меня рубанула, и я ему рубанула. Она всегда в доверии. Так она... Не, она может... Да, Авдеич играет по технике алиби. Пока ты не увидишь два килла, и он будет второй челик с тобой все время, ты не можешь быть уверен. А где Авдеич может был? Может быть трейтером. А где Финаргот был? Иду, она, скорее всего, трейтер. Мне кажется, это Финаргот. Финаргот, откуда ты бежал? Бля, мага с Авдеич что-то Финаргот выбрасывает. Финаргот, почему ты отвечаешь на вопрос? Мага, ты где был? Мага со мной. Он замечен в Дискорде. В смысле, он сказал, с тобой бежал? Мага только что в медкабинет зашел, алло. В медкабинете был? Так это трейтер через медкабинет вылез. Бежал тогда. Нет, зашел в медкабинет. Зашел? Финаргот, а где ты был перед тем, как пробежать мимо меня? Бля, мага заглушил. В смысле, где? Не, никто в мед не заходил. Не. Внизу он, где-то он, был. Я 10 раз задала вопрос, он на него так и не ответил. Я 10 раз спросила человека, где он был. И потом он молчал, а потом говорит, в смысле? Внизу где-то был. Что? Алло, короче, объясняю, почему это мага. Стоял в админке в том раунде, было два человека в электро, потом один дернулся, ну типа его убили, и резко один человек из электро переместился в медблок.
Я побежал в медбэй. Сказали, что мага сзади. Дайте, короче, кикайте дезертука сейчас, потому что ты неудачно взялся. Дайте, дайте, это не админки был. Я на админке был, поэтому это не вброс. Давай, скажи. Я пробегаю мимо Дины. Дина стоит в углу, палит винты. Я забегаю на камеры, смотрю камеры, и человек в шляпке забегает в медблок. Так как у нас Джойн там мертв. А теперь я вам скажу, что я забегал на шляпке, и там никакой вентиляции не было. У меня остается только маг. Дезертук, ты утверждаешь, что винки хлопали? Дин, меня сейчас обвиняют, пожалуйста, я извиняюсь. Мага за мной бежал. Да, дезертука и наркота по очереди. Это кто говорит? Потому что это, походу, я удачно бросил который репортил труп. Это два трейтера. Погодите, вы вдвоем бежали? А как мага сказал третий раз? Не, стоп, а почему Финаргот говорит тогда, что мага... Потому что это просто, я говорю, потому что я сказал, что я видел, как человек в шляпке зашел в медкабинет. Так он зашел в него. Так вентиляцию не юзали. Дезертук, я не видел, чтобы винты электро хлопали, понимаешь, в чем проблема? Там кто-то юзнул. И никаких винтов не было. Ребята, тебе Финаргот забегал? Я забегал, никого не видел. Потому что если это не мага, тогда типа, ну... Забегал? Я забегал. Нет, в смысле мага, я говорю, я откатываю. Потом перед репортом пошел на медицинку. Ну окей, тогда Финаргот какие-то. И там никого не было. И ни винтов не было. Мага это пиздец. Я сказал, что просто человек в шляпке, то есть, скорее всего, мага забежал в этот медкабинет. Я не говорю, что ты трейдер, но ты меня выгоняешь. Он за мной. Дезертук, ты откатываешь, да, свое обвинение? Да. Если маги там не было, я Мага, я тебе за прошлой катки сказал, что я видел, что кто-то изучил со своими вбросами. Давай. Финаргот, а ты так и не сказал, где ты был до нижнего двигателя. Я сейчас на кнопку нажму, кикайте меня, и чтобы мага потом просто вот. Ой, блять, нихуя так бывает, что ли? Добряк Финарготушка, зайка ты наш! Ути! Добрый монг, БТВ. Правда нажал? Можно просто заказать? Я согласен, кикайте Финаргота, я да очень подождите, сильно... можно пообщаться, типа, у нас мага бежал за мной, да. С админки. Угу. На админке оставался дезертук. Мага да. Мы быть на медицине не мог, потому что он бежал за мной. Да. А в то же время Бист говорит, что он вроде никого не видел забегающим в медицину или выбегающим, когда он стоял на камерах. Финаргот тоже говорит, что он стоял на камерах и видел, как оттуда выбегает мага. Я это... Никого не было на камерах. Смотри, это либо дезертук, либо Финаргот, но дезертук... На камерах никого не было. Для меня Финаргот, потому что Финаргот я, походу, бросил первый раунд, я опять отгадал. Я сам себя проголосовал. Не, стой, а смотри, ты разве не с Макривским бежал? Нет. Он бежал. Когда заранее убежал. Боже, Финн, мне вообще не нравится, как ты играешь, но я понимаю, что ты мирный, я не буду тебя голосовать и призываю мирный голос. Да, не надо, да. Голосовать Финаргота, но так играть Финаргота тоже сильно меня. Я вам говорю, это мне просто. Финаргот, а ты видел лично, как мага выбегал, или ты видел на камерах? Я сказал, что забегал, а не выбегал. Ну, забегал, лично или на камерах? А где ты это видел? В смысле лично? Я же сказал, я на камерах стоял. Я пошел. Ну я просто прошу повторить информацию. Окей. Со мной не стоял никто. Никто больше со мной на камерах не стоял. Бист, ты не был на камерах? Я был. Дина, я пробежал мимо тебя. Да, я помню, что ты мимо меня. Потом я пошел в медицинку. Медицинки никого не было, нихуя не юзались менты. Дина, ты слышишь, что я говорю? Мы были на вибрации. Значит, это Бист и Авдеич. Все. Я Фина пошел, хотел выкинуться. Асмодей, то есть маги вообще не было? Асмодей, маги вообще не было? Авдеич просто в наглую покупает мой голос. Асмодей, то есть вас вообще не было в районе... Вот так в жизни, в районе медбэя, да? Между прочим, я скипнула Финаргот, держу тебя в курсе, ты мог остаться в живых. И я предлагаю сейчас вывести магу в баланс, держу в курсе. А я бы предложил Авдеич баланс. Сейчас. А у нас только мага в шляпе? Просто вот только что оказалось... Смотрите, это либо Асмодей с магой, потому что Асмодей говорит, что они были в районе навигации, вообще не были в районе медбэя. Либо дезертук Финаргот, получается, либо дезертук просто неправильно прочитал информацию. Сегодня играем от кнопки. Я предлагаю... Хуярьте кнопки просто, по кадена! Хуярьте, нахуй квесты делать, в принципе! Давай просто попиздим, посидим, брат. Ребята, а лучше всего сейчас Джойну, которого убили первым, и он сидит там просто вот так вот. Нормально, Джойн, иди аниме посмотри, какое его, блядь. Джойн, ты там комментируй, брат. Неси, братишка, давай. Финаргот оставил Авдеич, давайте ее кикнем. Нахуя сейчас, блядь, кнопку? Ты нормальный, Бист? Стой. Тебе Финаргот вообще сказал, тебя что я пытался. С тобой? Ребята, я же его красил, брат. Ты больной, Бист?
Понимаете, ребят, можно вопрос? У нас опять игра. Давайте будем орать. Рома, задавай. Я понимаю, что мага... Нет, стой, мага не уходит в баланс. Дайте, пожалуйста, Роме задать вопрос. Не, Авдеич, да, я согласен насчет Авдеича. У меня вопрос, почему мага не должен уходить, если оказалось, что он не был на мидбэе тогда. Да. Рома, я сейчас все объясню. Наргот оставил тебя. Дайте маге сказать, пожалуйста. Тут не даю сказать. Если вы дадите сказать, спасибо. Сейчас опять получается то, что кто кого перекачает. Нахуй не орите, блять, пожалуйста. Давайте будем спокойно говорить. В первом раунде я бегу за Асмодеем с админки, я бегу за ним. Асмодей этот фраг сделать не мог, я винты юзнуть не мог, я фраг сделать не мог. Потому что я бежал прямо за Асмодеем. Асмодей не останавливался. Второй раунд. Мы сразу бежим навигацию. Финаргот говорит, что я забегал мидбей. Асмодей это может подтвердить. Мы рядом с мидбеем даже не были. Мы сразу побежали навигацию. Поэтому был вопрос дезертов. Да он про первый раунд. Если Финаргот... В первом раунде тоже не были. Речь про первый раунд. Мы были админки. Нет, так это понятно, это понятно. Там типа, ну, проебали с этим. Да, да, да. Смотри, и что, какой, какой баланс говорит Авдеич, я не понимаю, поэтому я говорю. Баланс, да, тоже не может быть. Либо да. Мы скипаем. Скип, скип, скип. Ну, еще существует вариант. Нет, я красная мага. Дина, ты его стоял на нижнем двигателе, у тебя кто-то пробегал со стороны электро? Да, два, три. Да. Сначала бист, потом Финаргот. Один из них я, кстати. Сначала бист. За слова баланса. Еще раз нахуй, нажмите кнопочку, блять, я квест не сделаю, я уличку нахуй. Жизнь, давай. Так, смотрите, у нас получается Асмодей и мага говорят, что их не было. Асмодей и мага говорят, что маги не было у медбэя, правильно? Когда Бист успел скачать. Ладно, он бы не стал так палиться. Бист говорит, что в медбэе никто не забегал. Соответственно, три человека. То есть не может быть здесь пары трейдеров, получается, да? Финаргот сперва сказал, что видел магу выбегающим из медбэя. Но зачем ему придумать такую отпетую? Я думаю, тревогу нажали в левой стороне. А я думаю, побегу-ка я направо в навигацию. Навигация. Макривский был в той стороне. Диночка, Диночка, как дела, Диночка? А что, Диночка? А ты хочешь сказать, видел, что я убила, да? Ну, скорее всего, а кто еще? Я а где именно труп? Риски был справа, я могу сказать. Я могу справа дальше. Бежал с самого начала, у меня было одно Диночка, задание в навигации, и я с Асмодеем даже не пересекался. Не, а стойте. Где труп, Вань? Да. В навигации. Ну ты же видел, что я бежал, я сделал квест на переключатель около связи, который эта тема, и убежал как раз на тревогу, ебану в левой стороне. Вопрос, Авдеич, ты была снизу, ты была снизу справа, да, куда была... ты потом побежала? Я побежала на электричество чинить их, не хочу умирать. Подожди, ты бежала, ты бежала от реактора, так, я была в... На электричество квесты я сделала. Можно я была в админке, там я видела квеста, который загружал данные. Давай. Короче, за полсекунды до реактора я стал на камеры, заюзал их на секунду, чтобы они даже не загорелись, и я видел, как маг забегает в навигацию. Вот в этот раз точно это был мага 100%. Подожди. За 3 секунды, за 3 секунды до репорта. За 3 секунды до репорта, за секунду до реактора. Нет, дезерток, я сказал, что я был в навигации, видел там Асмодея. Я сейчас бегу рядом с кнопкой, я прибегаю рядом с ней. Поэтому ты не можешь меня обвинять, потому что я... Ну это или Дина, или файвскилл. Не, меня не было справа, Манурин. Я была в админке. Бист, а почему ты не говоришь, что я была в админке с тобой до этого? Подожди. Ты выбегала откуда сейчас? Ты убегала с правой части. То есть оттуда ты бежала. Ты не была в админке. Я пересеклась с Авдеичем. Скорее всего, ты магу просто попутал. Нет, это была Дина. Я пойду... Хз. Мы еще тогда, по-моему, потеряли магу. О, кстати, а сколько мячей проголосовало? Два. Я проголосовал скип. Я надеюсь, вам все понятно? Подождите, я разве вообще справа делала что-то? Я не запомнила. Я сделала карточку. Потом я тут потусила. Блин, забегала ли я направо? Если честно, я не помню. Я забыла, забегала ли я направо. Ну вот где-то тут я встретила Авдеич, начался реактор, я побежал туда. Ребята, почему мы скипнули? Еще раз, подождите, смотрите. Да ёбаная кнопка! У нас... Ну подожди, кнопка кнопкой, блять, подожди. У нас сейчас говорят на Дину и говорят на файвскилла. Почему еще раз мы не кикаем никого из них? Если человек, есть на файвскилла несколько уже подозрений. Бист, мы не кикаем никого, потому что на 7 человек начнем с того. И во-вторых, я видел навигацию с Модей, я сейчас пробегал рядом с кнопкой. У нас 7 человек, но брос, я в любом а дезертука, случае... Брос, это был не брос. Дезертук, это не брос, считай, хорошо.
Значит, слышишь, Бис, я тебе одно скажу, вот чтобы ты понял, что... Знаешь, что-то здесь не так. То есть там был Макривский, который ничего не видел, ни магу не видел. А где ты был, Ром? Ни Асмодея не видел, и был в навигации. В смысле? Я с тобой пробегал по правой части, я доделал одно задание в навигации, потому что до этого был, и побежал наверх. Я не видел Асмодея. Нет, не видел. Никого не видел. Нет, зато тебя там я видел, блядь. Любительница убрать баланс. Я видел, я на электрику ушла. Ты уверен, что это Дина? Да это не я, меня там даже не было. Манурину, дайте сказать, Манурину, ребят, смотрите, какая ситуация, блядь. Если прошлый раунд, нахуй, снизу, блядь, с навигации бежала Дина, блядь, снизу, в левую сторону, когда тревогу ебанули. А сверху, блядь, мага, то кто-то... А почему они друг друга не видели? Почему вы друг друга не видели? Мага. Я видела Авдеич в нижней стороне. Нет, Авдеич, ты видела меня, мы с тобой пересеклись. Ты бежала от реактора. Либо Дину, либо Файва. Давайте выведем либо Дину, либо Файва. Ой, подожди, Бис, то есть у нас нет конкретных улик, но ты предлагаешь все равно вывести при семерых, да? Когда я сказал, что я вместе с ним был, меня за это вывели. И сейчас на Файва третий раунд уже говорят. Я пойду Файва, потому что... Нет, его третий раз... У нас кнопок нет, понимаешь? Мы баланс не сделаем. Пис, у нас кнопок нету, мы баланс не сделаем. Да, у нас нету кнопки, но вот так... третий раз говорят, что он трейдер. У меня, если что, еще есть понятно, кнопка. Понятно, но кикни его, когда трупы найдем. У меня ведь есть еще? Та игра, я поговорю. Этот, Ваня, потому что не дают говорить во время кнопки, Ваня. Если ты зарепортил труп, дезерту говори, что за секунду был я в навигации. Не, ну не надо во время игры-то. Ты зарепортил труп. Ну, там по-другому говорить невозможно. Ну, мы не говорим во время игры. Так, Макривский. Moderate of skill, Avdeich, Beast. Макривский, Moderate of skill, Avdeich, Beast. Давайте с богом. Добром не кончится. Блин, там сейчас, возможно, дабл сделают. Макривский, Мандурин, Файвскилл, Авдеич, Бист. Макривский, Мандурин, Файвскилл, Авдеич, Бист. Смотрите, таблица, я застряла. Вот и помер. Так, смотрите, черный и красный забегали вместе. А подожди, подожди, Я не забежал на электричество, я в углу остался. Что? Пряться. Какой черный и красный забегали вместе? Я сейчас нахожусь в верхнем дверце. Ой, электричество, камера. Подожди. Авдеич, как ты встретила Макривского? Подожди, Авдеич, как ты встретила Макривского? Как я его встретила? Да, я тоже Авдеич не видел сейчас. В темноте, наверное. Ребята, нихуя, я стоял в углу и смотрел в свою точку, тебя не было на мне, да. Давайте не тратить время, потому что Авдеич хотел за меня затопить. И дезертук, ответь мне на один вопрос. Блин, это мага за трейдер посреди игры говорит? Ну, в начале. За декил. Подожди, у нас очень важная информация. У нас были либо Дина, либо Файвскилл. Манурин, либо Дина, либо Дина, либо Файвскилл, либо... В тебя! Я сейчас Файвскилл. Я голосую, а потом Авдеич. Никто меня не голосует, мирный житель, наш человек, Бис, ты не можешь меня голосовать. А кого-то тебя, Файв? Да, мне нельзя было убивать. Если выйдешь, вы проиграете, это самое. У нас второй трейдер, Макривский. Возможно, был просто первого, кто пришел. Хорошо, снизу. С кем я рисуюсь у тебя тогда в пару, если я... Я Файвскилла уже проголосовал. Дезертуком? Ни хрена себе. Дезертук, как ты думаешь теперь, мага трейдер? Я давно знаю, что он трейдер. Ну вот и все, блядь, голосую. Вы что делаете? Кого голосуете? В магу! Манури, у нас был разноцвет Дина и мага. И Дина мертва, остается мага. Все. Типа, ну. Мага, Макривский получается пара. Почему Макривский, дядя? Тебя могут убить, когда мы с тобой были вдвоем. Нет, Авдеич, я спросил, откуда ты пришла. Я спросил, с какой стороны, потому что я видел, куда выходил Макривский. Вы потом пришли вместе снизу. Вы пошли в Авдеич, получается. С наркотом еще. Нет. Ну, да, возможно. Федор Год делает квестики. О, интересно, как там на самом деле все обстояло в первом раунде. Но мы сейчас узнаем после партии. Какая красивая карта. Все сделано. Ну, не Авдеич, не Бист. Макривский или Манурин второй? Макривский, наверное, да?
Я сегодня ни разу не была трейдером, прикиньте. Мне так интересно было посмотреть на пульс. Да-да-да, Куджулс, да-да-да, он все правильно сказал. Ну, собственно, так и собираются подозрения. Если очень много подозрений на одного человека из раунда в раунд, то, скорее всего, это он. Не, ну, бывают, конечно, промахи в таких ситуациях тоже, но чаще всего это срабатывает. Чат, вы меня волнуете своим наблюдением за пульсом, я начинаю сильнее колотить сердце. Наверное, Ваня ему верит. А Макривский сейчас ему нож в бок воткнет. Так. Алло. Короче, ребят, вам информация. Авдеич только что при мне ебанул чела. Ребята, пульс 140 при игре за призрака. Что у меня будет на предателя? Почему я ухожу? Да, ну без ста. Так, в смысле, я зарю. А, блядь, почему не я зарепортил? Я только что. Потому что, когда ты убиваешь, у тебя еще там секунда кулдаун. Давай, Макрюшки, что ты меня не ебанул? Что ты меня на камерах не ебанул? Потому что я не трейдер, можно. Ребят, вот можно день, пожалуйста, поговорить? Я просто еще на эмоциях. Смотрите, меня начали обвинили за то, что я изнубил ты. Я бежал за спадами. Меня обвинили в том, что я забегал в мидбэй. Я мидбэй не забегал. Ты обвинил меня то, что когда был репорт, я находился в навигации. Выбегал из навигации. В чате, кстати, консилиум у кардиолога, действительно, Даша там ушла. Ну, не, это круто, но мага, типа, я тебе еще раз объясняю. Я на админке стоял в первом раунде, я тебе подсказал. Ты единственное, кого три раза бросили за каждый раунд. Так нет, окей, это понятно, мага, я поэтому и откатил. Ты сказал, что ты винты не юзал, потому что это, типа, ну, это правда, потому что с тобой ты бежал с модели. А что было с камерами, когда я... А с камерами? Так я говорю, я захожу на камеру. Как это бывает, маг? Так, да, ну... Это называется остаток, братишка. Нет, это не остаток. Мага, так вот, мага, я включаю камеры, я вижу, как ты забегаешь в навигации, через 2 секунды юзается там реактор, это да, и потом идет репорт. Бис, ты говоришь, что это было. Чат, отправляйте плюс в личные сообщения паблику, подписывайтесь на рассылку. Дайте мы доиграем, Ром. А почему у нас мага говорит он? Ром, я просто с Авдеевич бежал. Я с Авдеевич бежал рядом, и она не могла килл. Больше никого нет. Ну понимаешь, у нас никто не остается, когда 6 человек. Просто ты самый. Просто вес, если не секрет. Я опять делаю киберспортивный мув, встаю около. Просто на 6 человек, и ты во всех раундах типа палишься. Джон, я тебя в этом муве ебанул, даже никто не подумал на меня. В плане того, что ты самый просто. Киберспорт, блядь. Спасибо за киберспорт. Слышишь, я видел, как Джоин Тайм стоит около электричества, и все забыли. Да не, типа. Да в смысле минус? Почему минус отправляете? Сильно Финаргот цепился. А кто? Это Рома, да, убил в первой партии? Да. Я всех комедийно убивал тогда. И всем было похуй. Вообще не. Бля, Рома, тебе надо было меня рубить. Держите в курсе. Так они там все бегали, блин. Ну ты тебя бы инфу кинул, который вообще рядом не было. Меня бис бы загрыз там. Так в итоге... Человек в шапке зашел в медкабинет, больше вообще ничего. Так в итоге заходил или нет? Когда скручивали это... Я же говорил весь раунд. Маг бежал за мной, мы там даже рядом не были. Так, Финаргот, получается, этого не было. Так, ребят, давай. Я ластовую, мы идем. Ладно, я потом просто, ну... А, окей, ой, как раз тогда... Я сказал, человек в шляпе зашел в медкабинет. Так, а он не заходил на самом деле, правильно? Нет. Что, человек в шляпе не заходил в медкабинет? Ну, мага не заходил, но, типа, ссылки были на магу, типа, ну, шляпа, мага, все, типа... Так, а кто еще в шляпе? Ну, я не знаю, Монурин был мирный, Бис был мирный. Типа, и Бист, и Финаргот одновременно говорят, что мы стояли на камерах, типа... А кто в итоге, на самом деле, был тем человеком? Так в шляпе, признайся. Ясно, даже после игры никто не сознается. Ну, я без понятия, типа, поэтому для меня, ну, Финаргот был каким-то черным, потому что там, типа... Я забегал в медицинку специально. Вместе с Бистом, Бист говорит, мне здесь никого не было. Да-да-да, я выбежал, я убил человека и выбежал из электрики, очень крутая история. Что ты, что Дина так говорили. Я-то чё? Господи, Федоргот. Ладно, так, потом допишу. О, 3 в Нави. Ну-ка, погнали. Так, мага. Истовдеич. Смодей. Угу.
Пойду запущу свои кнопочки. Надеюсь, я выживу. Смотрите, смотрите. Я нашел труп в навигации, но в управлении там стоит Фенергот на трупе. В навигации или в управлении? Я делал квест, убирая его, но у меня под ногами труп. А теперь вопрос к Авдеечке. Авдеечка, а ты что, в вентиляции сидела, блядь? Он стоит, если что, так, какой квест ты делал? Кто видел Авдеечку? Кто видел Авдеечку вообще за всю игру после я того, сделал, как он велик? Я сделал квест с этим, как в центре, с навигацией, с точкой. Угу. Закончил квест. Смотрите, я побежал мимо Макривского, он лежит, был еще жив, потом пошел туда. Секунды, посмотрел, кто забежит. Смотрите, либо это Авдеич убило через вентиляцию, что скорее всего, либо это Фенергот, либо Асмодей, короче, кто-то из них короче, точно. Я хочу сказать еще раз. Ты тебя кто-то видел Авдеича после года? Починила, да, таким образом ты для меня будешь красным, блядь, потому что трейдер обратно не забежит и не отдает. Фенергот, я тебя могу немного окраснить. Я, короче, опять. Авдеич, куда ты ушла? Спортивный мув. Я стоял около Электры. Фенергот меня не убил. Кто-то видел Авдеича со стороны коробок? Нет, последний, с кем я встретилась, это на щитах, я меня сделала щиты, там был Макривский, типа он ушел наверх, все. А, ну так. А, так он умер в навигации. Так он умер. Меня знаете, что смущает? Что задание с крестом, оно такое быстрое, как может успеть выпрыгнуть из винтов, убить и залезть обратно за это время. Типа, я да, наверное, порчу. Дина, я убил человека и стою Мага. Как клоун, блять, и не знаю, что делать. Мага, очисти чат и осуди. Подожди, Джоин, почему ты сидишь в чате у Маги? Не-не-не, мне попался. А что с а почему ты в своем чате? То есть ты в своем чате сидишь, понятно. Я всегда читаю чат, а когда там пишут, знаешь, типа, кто трейдер, я делаю вид, что ничего не видел. Какой бред, блядь. Понял? Джоин, это так не работает. Осуждаю, осуждаю. Джоин, спасибо огромное. Кто его спас? А то теперь я точно мирный. Ой, какая сложная траектория. Зачем так лететь? Можно было напрямую. Смотрите, я зашла, сделала. Не успеть здесь выпрыгнуть, убить, запрыгнуть обратно. Другое дело, если бы он стоял на скачивании данных. Труп этот на щитах? На камерах. Этот килл не Авдеич, не Асмодей, и, ну, не я, соответственно, потому что мы... Ну, это точно, этот килл не Дина, не Файвскилл этот килл не сделал. Кто еще? Асмодея... Погодите, Асмодей видел, Джойна, который... Про Джойна. Скажите, что это не я. Тоже. Кажется, что Джойна, либо светло-зеленый, либо темно-зеленый прибежал в навигацию, и когда пришла, там не было уже Фенергот, человека. Тебя, получается, кто-нибудь может оправдать? Дайте сказать... Я делал квесты в кафетерии справа наверху, а Асмодей бежал как раз таки с левой стороны. Ясно. ББ Фенергот, потому что... А Асмодей не бежал то? Нет, он стоял со мной все время в админке, а потом завязался два, и там уже труп на камерах был в этом. Для меня он бежал слева, типа, я хз. Я не говорю, что он трейтер, найс, вы голосуйте, кстати, сразу вчетвером. Ребята, у меня вопрос. Так а что, вы меня проголосовали? Алло, конечно. Я только что был также на У2. Ладно, я сам себя проголосовал, все, спасибо. У меня вопрос к человеку, который пробегал... Ясно, Фенергот ливнул. У меня вопрос к человеку, который пробегал в... Как играть нахуй? Трейтер берет, запрыгивает ко мне в комнату и убивает при мне чувака. Что мне делать дальше? Ну пиздец, мы тебя блядь, слышим. Как играть? Я знаю, спасибо. Ребят, глушай тайм кикнем. За что? Так я, вот, кто-то либо, либо светло-зеленый, либо темно-зеленый мимо меня пробегал в навигацию СО2. Кто это был? Чего еще раз? Подожди, но это не... Ты, Ваня, потом куда ты? Я убежал сначала вниз, потом, когда дали тревогу, я поднялся, и потом забежал вправо уже после того, как он ввел код. И ты там до сих пор стоял. Что там делал так долго, когда уже тревогу ебанули? Просто я когда зашла... Когда я зашла в навигацию, там никого не было. А я видела, что человек забегает в навигацию. Ты не в навигацию побежал?
Нет, нет. А стоп, она сказала про меня? Наргот уже сгорел. Хорошего дня, меньше, чем три. О, я, кстати, не слышала. Кек? Лол. А я даже не слышала, что там было вначале сказано. Угу. Я потом посмотрю, кто это ресабнулся. Я потом посмотрю. Посмотрю, кто это ресабнулся. Ух, я вам по первое число всыплю. Хотя, может, там написано Дина Трейдер. Five skill и кто? Join. Это не join. А, два кита сделали? Нет, один. А где? Я один не видел вообще. Типа я всю игру... Где кил, Манурин? Кил, смотри, я оббежал, получается, сделал в электрике квест, убежал по левой стороне через реактор в охранку, посмотрел на камеры, увидел там Асмодея, увидел там Авдеичина пробегала, сделал квест чуть выше реактора, да, на бензин залить, убежал по правой стороне, чекнул мед, потом убежал в столовую вниз, и в админке стоит... Труп, точнее, лежит труп. Это вряд ли Манурин, потому что когда только свет выключился, он тоже... Я встретила в районе связи магу вместе с Джойном. А ты винты, возможно, и снова, поэтому ты и была там. Да, замечательная идея, конечно. Дина, где кстати, на свету были вообще все, кроме Дина. Ну, ребят, смотрите. Я находилась в правой части. Если мы опираемся на то, что Финаргот был трейтером, то Асмодей автоматом окрасняется вместе с Дезертуком. Дезертука убили. А скажите, пожалуйста, Мага и Джойна, откуда вы шли? Вы вместе все время держались? Да. Джойн сделать скилл не мог. Либо я видел салатовый синий, трейтера, коричневый с зеленым, я не видел только Дина. Ну хорошо, Дина, что скажешь своего пота? Ну, я скажу, что я была справа одна, потом я встретила Магу и Джойна, и мы провели секунду... А что ты там опять сделала вправо? Ты же там секвесты, наверное, должна была успеть сделать за тот раунд. Ты же там очень долго делал квесты. Блин, я сейчас не отвечу, какие квесты я делала, потому что я немножко рассеяна сейчас. Но я находилась в правой части карты. А, вы за меня голосуете? Да. Если у нас два трейтера, ты все равно стакаешься команду. Ребят, вы же понимаете, что если бы я была предателем, я бы вам сейчас конкретно назвала бы квесты, которые я делала. Ну слушай, это точно не мага, понимаешь? Ну, просто если бы мы накидывали Финаргота трейтером, то Асмодей окрасняется, Манурин зарепортил труп. Извини, пожалуйста. Мы можем по очереди кикнуть. Ну ладно, я сама виновата, что я не запомнила, какие именно квесты я делала. Ну, справедливо, ладно. Сорян, ну, я из что мирный. Извини, сорян, my bad. Извини. Да я что-то не запоминаю сегодня, что я делала. Но... А был ли кто-то на камерах? И мага такой, типа, ты юзнула винты. То есть я вылезла из винтов вот здесь, видимо, да, и пробежала вот так. Вопрос, был ли кто-то на камерах? Ну, сегодня как-то ребята так голосуют просто, типа, тык. Просто чтобы голоснуть. Ну, в толпе прирезали, получается. Толпе. Ну, Five Skill только что подбегал ко мне на админку, я скачивал данные, это точно не он был, я хотел сказать, его убили. На момент убийства я, потому что не делал провода, там стоял я, Джойн и Авдей. Джойн в момент убийства отбегал вниз, Авдеич стояла дальше неподвижно, но кто сделал убийство, я не видел. А это не Манурин?
Меня там не было вообще. Это не мандарин 100%. Ну, это сейчас убило Авдеич. Я Смодея вообще вначале не заметила, когда была на реакторе. И я думаю, то, что Смодея мирный. Каким образом я тебя получаю трейтером, если я Финаргота в первом раунде еще спалил? Нет, я про то, что ты бы меня убил, понимаешь? Ну, как бы ты для меня автоматически красным становишься. Там просто, ну, такое место, вот если ты... Авдеич, кто для тебя? Джойн, наверное, я не знаю. Но он раньше всех успел починили, зарепортить, да? Вот в чём дело. Со мной бегал постоянно 5 skill, всегда меня крестял. Смысл мне его убивать, скажи. Так, а Джойн... Топил ли он Финаргота? Я не был... Да, я Финаргота голос поставил. Я еще поставил в Дину вместе с 5 skill. Дальше... Я не присутствовал ни разу при даблкиллах вместе с 5 skill. Джойн точно красный, я считаю. Да, ну тогда это Ну да. Ну, я только что стояла, делала квест. Ну, типа, я не знаю. Какой квест сделал? Либо я что-то пропустил, какой квест сделал? Я сделала пу-пу-пу, я Смодея это видела, пришла через свет. Не, ну она оставалась там, да, пу-пу-пу. Да. Ну хз, я уже проголосовал, типа, в теории. Ну, типа, мы можем скипнуть, нас 4 человека. Ну хз, 4 человека скип, просто, это может быть проигрыш. Ну, в любом случае, вы сейчас увидите, что я умру, как бы, это и между... просто проголосуете. Мы тогда проиграли. Все, ребят, спасибо за игру, ну, я ну, пойду. Ну что не голосуешь, давай, брат? Спасибо, ну что не голосуешь? Давай. Спасибо, спасибо, Ром, хорошего дня тебе. Ребят, я вам в самом начале игры сказал, что там прыгает вентиляцию Авдеич, блядь. Да иди в пизду! И потом трейтер говорит, что он прыгает вентиляцию. Меня убивают, и никто это не помнит, блядь. Хотя трейтер сам сказал, что вентиляция. Ну чичо, все чичо, чичо. Я предлагал кикнуть Авдеич все раунд, ну типа весь раунд, блядь. Ты всегда хочешь кикнуть Авдеич, поэтому... Так ты в вентиляции прыгала, блядь, не въебывайся. Так, кстати, была еще вместе Финаргота. У меня один в один с ним была ситуация, когда я стояла в электрике, он залез через щитовую и убил. Я в самом начале на Авдеич говорю, это вентиляция, блядь, она. То есть вторым Финаргот был, я правильно понимаю, да? Она ТП-шнулась. А почему он тогда сгорел? Потому что я залезла и убила, да. Ну вообще, типа, я думала, я забегаю, стоит Авдей, Финаргот на трупе. Я репорт, ну, точнее, он зарепортил сам или что-то там. Или я зарепортил. Авдеич подставляла просто. Олег пусит. Знаешь? Типа, ну, ребята, очень интересно, что мы его не кикнули. За лунные аргументы, где я он говорит, я стою на трупе 3 секунды, это Авдеич, не я. Авдеич, я знаю, как ты играешь. Олег пусил. Но за репортер, пусил? Ты всегда меня кикаешь, каждую игру меня обвиняешь. Блять, что ну смотри, мы не знакомы? Это товарищ? Я прав насчет вентиляции? Пусик, Авдеич, ну, пускай залезет там, познакомимся, и Катя сейчас 10-й зайдет. Ты понимаешь, что ты в прошлую игру меня обвинял, когда я не была третьим? Авдеечка, дорогая, если я не убираю первый, ты посмотри на стриме, я тебя искал, я знал, что ты съебалась в вентиляцию. Little Hope, Соси, слушай, ну, ну мы блядь, еще размышляем, у нас пока не получается как-то насчет дня придумать. А когда еще Финаргот сказал про тебя, думаю, все, тебе пизда. Да Финаргот специально сказал. Да вообще, непонятно, будете ли вы сейчас смотреть Little Hope, потому что, скорее всего, уже все его посмотрели на других каналах. Так, ну чё, все? Не-не, сейчас двое зайдут. Да. А, может, пойдем на Полюс? Давайте Полюс. Я не уже третий раз про Полюс вот слушаю, Вань как раз, это запускаем. Как раз да, познакомишься полюс. С Полюсом, он прикольный. Там, погнали. Кстати, попроще будет предателем. Да, там весело, там снег. Убийство. Блин, я на самом деле я даже не расстроилась, ну, не рассердилась, что меня кикнули, потому что я действительно не запомнила, что именно сейчас делала и не могла вам толком рассказать. А да потому маги... что два часа играешь, все в одно. Маги доверился да. полностью, и поэтому... Особенно, когда на одной карте все сливается воедино. Но при этом я правда считаю, что если ты спрашиваешь предателя, предатель тебе всегда конкретно скажет, что он делал. А Мухрюша тебе... Не, я часто говорю, что я фукую бензин. На предателя? Чидел. Приковал бензин. Ну да, я на предателе тоже фанкую бензин, и на мирном. Это стиль игры. Будете смотреть, чат, будете? Слышишь, я про Little Hope. Да-да-да, да, Джойн? Он в комнате ожидания. Так. А как у вас этот Финаргот просто ну, за то, что сказал, ну, я ну, что не скипнул, так просила, говорю, а, скипнул. Извини, ну я очень ну, был... Знаешь, смотрите, просто объясню. Был. Не-не, смотри, ситуация. Джойн, я был уверен в Джойне, потому что он вводил код в самом начале, типа, на О2. И я подумал, что он, скорее всего, мирный, то есть, по-любому. Я тоже в самом начале вводил код. А еще ты убил. Асмодей, он вводил Финаргот. Блять, я сразу говорю, я знаю, Авдеич, я тебя читаю с первой секунды. Да боже, задолбал этот бист, он никогда меня не читает. Обожаю спам-звонки. Я сразу просто подожди. Голосую это все. Нет, я сказал, что ты была в вентиляции, их убила. Когда еще, я говорил, что это не Фин убила, убила ты, и это получилось так. Олег, здравствуйте. Привет. Что скажешь, Авдеич? Чё мертвых никто не спрашивает. Олег, залезайте к нам в партию. В текстовом чате Among Us над нами есть код. Угу, сейчас зайду. Ага.
А, итак, Фьюри Ворлок, Арисадмус написал Дина Трейдер. Слава богу, а я-то волновалась, да. Так что я тебе не буду по жопе, просто откурячу тебя за полгода подписки. Ты мне даже в личку так пишешь. Хули выебуешься. Катя что-то запропастилась. Во снах. Я зашел. Во снах я тебе тоже снизу писала. Напишите Кате в чате, чтобы она это... А, она на стриме, да, сейчас? Сейчас я напишу ей. Ой, блядь! Не, когда ты начал кричать, Ваня, вообще, я тебе полностью поверил. Вот кричать это заебись. Это точно. А вы, я так не, понимаю, я решили меня понимаю. Переплюнуть во всем нахуй. Вы сегодня орете так, что аж, блядь, бустер позавидует нахуй, ебать. Ебанёсься, блядь, мне наушники аж ломаются после вашего крика сегодня. У меня люди в чате плачут, они уже половину сознания потеряли. Я просто не понимаю, почему Киркот ливает, типа, в чем прикол? Типа, вот он такие же мувы со мной делал, значит, это нормально, смешно, поржем, короче, посмеемся. Я что-то делаю, все, Финергот сгорел, ливнул, в 9, сука, вонючая, понятно. Ну, по факту, как бы, блин. Кто, сука, вкусно пахнущий, плюс, саните, пожалуйста, часики, оформите, за меня 2+. Это я. Кстати, плюс. Качи, найдете вы, блядь, людей сюда еще разочек, нахуй. Олег Пенсил, тебе скинули. А, тебе скинули, все. Да, я уже готов губы. А кто еще, кстати, не зашел? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еки... Пусил, пусил, да. Якадзуна, вот это. Еки... Как? Вот это Якадзе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Якадзуна. Погодите, кто-то еще не зашел среди тех, кто сейчас в Дискорде. Кто в Дискорд не зашел, бы присоединить тоже. Я не зашла. Five skill, а нет, он. Она не зашла в Дискорд, присоединитесь за нее тоже. Подходите мне трейдера нахуй разочек от меня, блядь. Дина блин. Тютелька, я сказала сегодня знаю, Катя, зеленый каждый постоянно трейдер хуярит. 16 раз подряд мирным уже. Оранжевому очень. А где чекай телегу? Блин, можем в девятером пока сбегать. Нет, в смысле опять? Снова? Ты куда съебалась, алло? Авдеич? А нахуй! Меня наигрались! Выбило. Ага, а, Марина, нужен Рина. Да. Давайте да. Я лучше новое создам от греха. Давай. Ну, а то мало ли, посреди игры еще выбьет. Нечистая что сила в катке, да. Мне позвоните, Катя. Это фотошоп. Я написала Катя. На пейджер, ебанись туда куда-нибудь. Смотрите, ебанись. Бис, я программист, это фотошоп. Я фотошоп, это программист. Кто-то звонит? Да. Короче, я через минуту подойду, кот скинул новый. Может, она все-таки к зумам пошла, блядь, не? Не, я могу ей позвонить и сходить. Передумала, на нахуй, еще раз. Пойти. Ой, блядь. Шо кикает-то? Ой, не заходит, Рому, блядь. О, зашло. Миллиард раз тыкаете и заходит. Листа, кстати, вчера тоже нормально пригорело, когда мы его просто так... Коричневый перезайди? Да. Или кто? У кого маска? Мне понравилось. Без как Warcraft вчера поиграл. Без, да, кстати, как Warcraft поиграл, нормально? Хорошо поиграл. У меня два человека с вопросиками, у меня три человека с вопросиками. Четыре человека с вопросами, все зеленого цвета. Что делать? Ебать. Давайте я пересоздам, может, лобби. Я не могу ей позвонить, у нее фоллоу мод, короче. Давайте я пересоздам лобби, мы зайдем ко мне, посмотрим, там, наверное, будет нормально. Я в Warcraft чат уже охуенно поиграл, пацаны, нормально. Сойдет. Захватил Альянс, Вань. Да, ну, если честно, Альянс и так захвачен. Я надеюсь, что в этот раз они освободятся. Ну, Орда, конечно, да. А вы за кого играете, за кого фраг? Я за Альянс. Понял тебя. Опять кикать, что ли? Я написала код. Да. Вопросы. Да, передадим. Ё-моё, там вопросы. Кстати, много стримеров из Альянса играет сейчас там. Эвилан. Эвилан. Почему? Эвилан? Он создал пиздюка. Эвилан. Меня, что ли, нахуй? Ну, Чатик, а что-то я не поняла. Катя хочет к нам прийти или она уже расхотела? Я за Орду сейчас уже 4 года играю, потому что эти ордынцы, блядь, заебали аукционы выигрывать. Они, знаете, дома нахуй строят дома, солому постелили, бля, живут, на зато денег, куры не клюют, бля, эти гномы жадные, бля, альянс. А, все понимаю. Ой, а видос да. Длинный, сколько там хули еще осталось? Они там сидят себе в норы, нахуярят себе, там это, строят себе подземную хуету какую-то. А, в общем, ребята, Катя там сейчас досматривает видос с топлеса. Правильно, давай, пусть посмотрит, нахуй, еще один посмотрит. Давайте мы в девятером сбегаем. Да, давайте вообще в семером сделаем, а? Ванечка. Четыре трейдера поставьте нахуй семеро.
Заебись. Мы реально хуи собачьи, реально. Давай, давайте, давай. Подождем. Давайте, пусть, пусть пойдет на увеличим. Свидание с бустером сходит. Что нет-то, блять, мы посидим Ваня. Же нахуй нам. Там же делать нехуй. Ой, один приходит, старый опаздывает, блять, времени не может, ебаный, блять. На сдорму нахуй. Дракон времени, старый, блять, не может. Время нахуй. Две игры сыграл, съебался опять нахуй там чисто. Да, такой, спасибо, спасибо, что позвали, мне надо. Тупо, сука, самое ебаный. Смешное, а что было, если бы он пришел на полчаса позже? Он бы вообще зашел, скрыл, здорово. Да, привет, пока. Пока. Я на одну, ребят. А что у нас сначала? Мы в девятером сейчас сыграем, измененными, да, 27.5 КД убит. Удачи на полюсе. Знаю, ой, надо было потеплее много. Одеться. Вот таких надо всех звать, вот кто много играет. Блин, господи, чат, я так обожаю Ваню. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается, у меня будет восьмой слот, да? Пойду проверю бестав и кующего бензин. Он когда горит, все равно так смешно это делает. Так, Олег. Джоин Асма. Димка на месте. Время душить по ключам. Что это за Форт Боярд ебучий, а не карта нахуй? Ебать, какие-то змейки нахуй, какая-то хуйня, это что, блядь? Пизда, блядь, пойдемте ту карту лучше поиграем. Вань, ты привыкнешь, она тебе понравится, она классная. Да ебать, я пол хвоста сделал нахуй, кнопки же. На камерах, блядь, я на камерах смотрю, оранжевый стоит уже там у змейки минут 10, блядь. Нина, какой у тебя был ключ по счету? Это мой секретик, гони душить по ключам. В смысле? Так, блядь, да. Скорее всего, поняла. Никто их не запоминал просто. Авдеич, у меня Авдеич, какой у тебя ключик был? У меня ключ на 9. Авдеич, а у тебя какой был? Авдеич, какой у тебя ключ был? А у меня не было ключей. Третий Авдеич справа. Третий справа. А, Авдеич, а ни у кого Авдеич, ты должен быть первый, у тебя первый слева. Настя, ты хотела душить по ключам? Ты сама попалась, что ли? У кого не было ключей? Ключи, ключи были. Настя, у тебя должна была быть первая ячейка. Какие нахуй ключи, блядь? Вы, блядь, тюремщики ебучие. Что вы вообще несете? Я просто не понимаю, что за квесты. Так голосуй, Авдеич. Вы что, в Диабло перегоняли, там ключники тоже были? Да забейте! А нахуй! Ебать ее тушат нахуй, за шо? А вот мне хуй с ключами души. Ой, Настя, а ты пошутила, что ты третья? Нет, конечно. Нет, она не шутила, блядь. А, да? А, то есть она правда трейтер? Кек! То есть Настя хотела подушить ключами и сама спалилась? Блин, я не могу... Ой. Смотрите, Мандарин точно мирный, Авдеич точно мав. Кто по... Моя змейка. Короче... Ебаур! Это что за, блядь, какие-то ребусы, нахуй! Это что, тест IQ, что ли, нахуй? Я старый человек! Дайте мне просто проводки соединять, нахуй! Страшно, блядь! Короче, я просто... Не, я, короче, скажу информацию по квестам не дужим, но просто, короче, карточки нету ни у кого, которую надо проводить. Олег пусил, ну, забайтился. Да, и он ее, типа, ну, фейковал. То есть Олег пусил, с вероятностью 90% мав. Все, я оставляю с вас этой информацией. Скипайте, кикайте меня, кикайте его, абсолютно похуй. Так Авдеич тоже маф из-за ячейки ключа. Мы можем сейчас убрать и заново начать. Да, она сказала третья. Да я просто вам вкину, типа... Блять, вы что такие умные, я хуею. Блин. Повезло. Это я в Авдеич проголосовал. Я с ним проголосовал, типа, но он, скорее всего... Так давайте, ну, заново начнем просто. Мы же уже знаем двух предателей. Потому что по квестам, чтобы не душить. Да ладно, пока Манулинчик разберется с квестами. Микрофон. Открой! Я упала! Ой. Что? Это не... Желтый где-то. Неудачный даблкил. Блядь. Ой, блядь. Кто убил? Что убил? Где, где? А стоп! А, в итоге, господи, в итоге Ванечек просто душка. Да? Это такой прелесть.
Нет или нет? Олега, да, дабл килл. Сейчас вывозим. Олега пустил, сейчас вывозим. А почему? Какая сейчас? Причина? Бля, а я загорал. Олежа, дефайся! Дефаюсь, у меня просто уже все, я не знаю, ничего мне не противняю, все. Окей, Олег, гляди на этой карте, вот там, где ты куда-то подходил фейковать квест, он есть либо у всех, либо ни у кого. Его ни у кого нету. То есть я его фейковал, чтобы тебя забанить. Он в Fortnite, он нихуя не запомнит, забей. Ну, тогда похуй, тогда пусть идет отдыхает. Где хотя бы труп, можно узнать? А, Мандурин, с нами Зина была или нет? Да я ебу, блядь, я когда... Я эту дверь ебучую пытался пробиться колпаком на хостер. А ее открывать можно как задание. Да? Нажми на нее, нажми. Да, да, да. Открываешь. Что, серьезно? 5 минут около этой двери пытаюсь, чтобы она открылась. Авдеичи. Интересно. Надо будет выяснить. Авдеичи. Здесь ёбаный лабиринт Минотавра, блядь! Короче, сейчас смотрел диагностику, где-то, не знаю, вот я подошел, сразу повернул на кнопку, умер мага. Ой, блядь. Ты кто виноват, я не пойму. Манурин до конца игры красный, его заперли, короче, на О2, и он не знает, как дверь открыть, просто бегает и показывает мне, типа, открой мне дверь, блядь. А я стою, ржу, у него дверь открылась. Ой, блядь. Так я не пойму, а кто прошлый раз спалился? Почему я зарепортил, алё, я не понимаю. В смысле, я нажал кнопку. У меня написано, кто же предатель, и у меня рупор такой. Над моим ником. Нет. Кто это говорит? Я на там, где мы стоим, смотрите, на лайфлайнах умер 5 skill. Вот, после этого нажал. Где, вы, я так понимаю, десертук с Манурином? Да. Джон, ну, плюс я Олега вывел сразу. Я сейчас внизу лаборатории, знаешь, где вот этих череп вставить, дальше кристалл. Угу. Эту, блядь... Мы поняли, короче, напрягайся. Авдеич, ты где? Я остаюсь, сейчас ты же меня видела, мимо тебя пробегала. Ну ты до сих пор на что, на метеоритах? Нет, сейчас уже ушла влево. Так ее спалили по первому раунду, че нет, блядь? Нет, алло, у меня реально был... Олег, пусть я вообще не поняла. Походу при 9 чат это как-то иначе работает. У нас было 9. Но у меня был третий ключ справа. Олег Пуси жив или его выкинули? Ну, у меня была правильная позиция. А Олег Пусил, его выкинули, он трейдер был. А он у тебя ну, просто дезертук вывел Олега. Я тоже орала, что это Олег, потому что я поняла, что это Олег вместе с дезертуком. Нет, давайте скип, точно, не надо. Ну, смотри, в любом случае, хорошо. Не надо до четверых обсказать, да. Не, у меня просто... Да. Вчетвером с Модеем я бы не хотела остаться. Дина, привет! Вчера посмотрел в нарезке, как ты играешь в Амонг, офигел. Красотка, все очень логично и четко. Вот решил зайти и подписаться. Hi, always. Добро пожаловать, рада тебя видеть. Надеюсь, ты видел именно тот отрывок, где я кричала, что хочешь поорать, я сама на тебя поору. И говорила о том, что пойду дрочить телекоммуникационный модуль. Очень надеюсь, что это было именно то видео. А так, кроме шуток, добро пожаловать. И смотрите, человек, между прочим, даже Blood Trail не поставил в конце. Свой коммент читает. У меня, по-моему, 8-й ключик был. Смотри, чат. Можно из помещения. Так, подходишь? Опа. И вращаешь. Он еще новенький. Привыкай. Располагайся. Туру-туру-ту-ту-туп. Опа, спойлер Додова. Додова уже два месяца тут спойлер. Два месяца. Спойлер, кстати, тоже как-то испытывал на себе мой гнев, но он был, правда, безмолвный. Убийственный гнев, так сказать. Так, давайте найдем теперь на карте Асмодея и будем за ним летать. Летать.
Спойлер, у нас сейчас Катя 10 зайдет, мы пока в девятером бегаем, ее ожидаем. А, ну, если тебе нормально будет, что это временный слот до того, как она подойдет. Опа. Ну, все изи, как бы. Ну, вы точно видели, где кто с кем заходил. Ну, я просто ну, все изи, извините. Как бы есть проблема в DH с Мадурином и Джойном. Здорово, классно. А теперь послушай, пожалуйста, историю, прежде чем кикать меня и проигрывать игру. Держу тебя в курсе Асмодей. Когда мы будем аниме смотреть, а мы собирались? На столе. Два человека заходят в канистру. Остается там один очень долго. Уже за это время сходили двое, починили свет. И как раз из тех, кто двое чинил свет, один пришел, по-моему, туда как раз с канистры. Кто чинил свет двое? Я и Джойн. Ну, получается, либо ты, либо Джойн. Ну, получается, мы вместе. Не-не-не. Да. Потому что я, типа, потом, видел, как потом такой, вы втроем уходите в лабу. Вы втроем уходите в лабу. Любое. Очень здорово, вы игру проебали. Пиздец, вы, конечно, слушаете, просто взяли, в меня проголосовали. Но я не шучу насчет того, что вы игру проебали. Спасибо большое, ребят, что выслушали. Эй, примеро. Ой, да ладно. За окном стоит, смотрит на них. Дадова. Дадова. Смотрит на них через окно. Спасибо большое, ребят, что выслушали то, что... А теперь Джой, а ты же с ним был? Дезертук. Ты говоришь, что красный трейтер, голосуешь скип. Какого хуя? Я говорю то, что кто-то из вас двоих трейтер, потому что он заходил с человеком на канистру, ты берешь меня просто... Там одного голоса не хватило, блядь. Из-за твоего, как бы, ну, не хватило именно твоего голоса, просто, понимаешь? Я знаю. Голосуй в трейдер. Так, ребят, охуительная карта, ебал я ее рот. Я тебе рассказываю, я пока пытался ребусы ваши разгадать, нахуй. Мне тут, я уже все пропустил. Кто там что пропустил, кто с кем бегал. И все. Настя, а что с ячейками? Там дверь открывать надо вручную. Да я понял уже, блядь. Я разгадал этот ребус. Ребят, может это время 6 часов? Диночка, я, наверное, я уже убежал, наверное, 3 часа почти здесь уже делаю. Okay. Ребят, спасибо вам огромное за карточки, вам от тебе, души, Ванечка, от сердца. Спасибо. Ну, так и я целую вам, бэбы. Спасибо, давай, Ванечка. Пока, спасибо, пока. Хорошо, спасибо, Диночка, спасибо, всем пока. Пока-пока. Спасибо тоже, Асмодей. Асмодей, ты тоже уходишь, что ли? Да, я тоже хожу, я отдыхаюсь. Ну, тогда спасибо большое всем, кто отыграл и уходит. И кто еще готов остаться и поиграть? Я. Можно бы, наверное? Давайте, я еще готова. Там спойлер хотел. Спойлер, если ты меня слышишь, залезай. Катя там, видимо, еще досматривает свое видео. Офигеть, третья справа. У меня тоже была третья справа сейчас, прикинь. Здравствуйте. Привет, я спойлер. Я не знаю, может, я в глаза долблюсь просто. Скорее всего. А у тебя какая была абист? А я не делал. Mm-hmm. Я почти никогда не делаю эти ключи сразу. Я всегда убегаю вниз, куда-то ухожу. А что, все получается или что? Не-не, сейчас продолжим. Я обычно, когда не делаю, сначала убегаю вниз и потом прихожу доделать, обычно там умираю посреди игры. И мой труп никогда не находят. Бля. Ну тут вообще, я не знаю. А как... ты иди сразу после голосования. Так, если сразу после голосования, ты успеешь. Логично, окей. Давай. Пиздец. А как я смотрю, успел убивать? Он постоянно со мной бегал, пиздец. На электрик убил, набил, пошел да. За тобой, а ты прошел мимо и не зачекал. Тут много дырок еще. 3, 5, 6, 7. Там без дырок, он просто пришел, пошел. Плюс 2 получается, да? То, что 2 человека зашли туда, потом 2 человека да, электричества. Бис, ты говоришь, весна хотела, да? Не, ничего не говорил. А, может, не послышалось? Бегал, блядь, постоянно. Она много чего хочет. Что, например? Эй, примеру! Много чего. Со... огромным хером. У что? Меня проблема. Это ла- песня Камика, что ли? Фера. Нет. Чат, Катя залезет, когда досмотрит.
Я говорю, так, я написала Джози еще. Эй, у меня проблема. Чате, кстати, не забывайте на фоловы нажимать. Не забывайте на фоловы. Реально? Дин. Кстати, я сейчас подойду, я за водичкой. Если кто-то зайдет, если кот спалит, ты можешь забанить того или кикнуть меня? Или забанить, кто зайдет? Ну, или кикнуть прежде чем это. Ничего не понимаю. Кикнуть тебя, хорошо, я поняла. Если кто-то кот спалит, да, что я просто... Да, хорошо, хорошо. Да, огромным хером, ты. Ебой. Ебой. А у нас завтра есть? Или что-то? А, нет, в четверг. Так, у нас плюс два, потому что, да, третий у нас Катя. Катя, ты где? Любимая? Катя. Я думаю, нам надо в караоке было сходить. Блин, если честно, так не люблю ходить в караоке. То есть одно дело сидеть просто вот так вот дома пить, подвывать, да. А другое дело вот эта вся атмосфера какая-то такая окололипкая, не знаю. Я умею жестко петь шансон. Шансон. Слышали, плюсую. Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Шарик. И по ночам я видел сны, все как и ты, все как и ты. Когда треки? Так я жестко пою, я... не, никогда. Я эстрадный певец, без треков. Здравствуйте. Алло, привет, Таня. Ура, это зашло. Привет. Вот это та самая? Вот. Та Таня самая, вот. Это кто? Здравствуйте, да. А вы знакомы, я не помню? Да нет. Я всегда так говорю. Так, а Магу ушел, кстати, надо его валенком. А, все, он нормально. Обезвредить. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Так, вот еще бабка Мурдра заходит. Что, Байол? Она вроде говорила, сегодня не может. Чемпионка, которая прыгает в люке. 5, 6, 7, 8, 9. Так, Катя внутри. А, ну вот сейчас бабка залезет, и все, мы полны. Мы будем полны. Так, я на минутку пока замьючусь. А замьючусь я, знаете, чат, зачем? А замьючусь я. Хоба! Блин, с мокрой головой все еще, чтобы показать вам, что я сейчас буду параллельно трапезничать. Да, между прочим, так сказать, не отходя от производства. Дода пиццанька. Приехала. Забрала. Ням-ням-ням. Угадайте, какая, да, моя любимая мексиканская. Пог! Пог, восклицательный знак Дода, между прочим. Сейчас открою, покажу. Сюда. О. Для любителей остренького так вообще. Ну, это я вот от себя рекомендую. Мой любимый вкус мексиканское. Чат, и между прочим, по промокоду DINABLIN вам будет доставаться вторая бесплатная пицца при заказе от 875 рублей. Тогда будет к вам еще вторая цыпленок ранч приезжать, между прочим. А я начинаю трапезничать. И, кстати, чат, спасибо вам большое, что заказываете пиццу по моему промокоду. И приятного аппетита тем, кто со мной наяривает. Наяривает. Восклицательный знак Дода и переходите по ссылочке. Промокод действует во всех городах, где есть Дода пицца на территории РФ. К сожалению, за рубежом... Уж извините. Наяриваю с Диной. Еперс. Не расстраивайтесь, у кого не действует, чатик. Спасибо за пожелание приятного. Блять! Так, ребятушки. Спалили, кажется. Спалили кот? Не. Нормально. А кто у нас не залез? Аве, блин. Пока нет. Я захожу. Давай, Катюш. Сейчас зайдут. Ясназаров, спасибо огромное. Сабается. Пока. Трапезничу, посвящаю вас, блинные рыцари. Располагайтесь в отряде, распространяйте бит. Курей по всему твичу. Несите это звание с честью. Мы, короче, Отчайте вас в курячек. Кто с нами? Поставьте, пожалуйста, ссылочки на Доду. В караоке. С нами? А вы в караоке, реально? Подожди, да. Ну, можно позвать людей. Я могу позвать всех. Воу, можно позвать. Всех. Договорились. Он любит караоке петь? Да. Чуть я не знала. А кто Слава? Вышел? Мы же были полны. А Слава пойдет? Ну, да, наверное. Как вы? Все, ебать.
Что-то как-то, знаете... Дина, насмотрелся тебя? Хочу купить шар для работы за компьютером. Посоветуй, какой и где брать. А, какой? Я на кетлеровском шаре сижу. Катя. Я на другом не сиживала. Этим я довольна. Кстати, можешь мне написать, можешь мне реально написать Кетлеру, предложить им сотрудничество, потому что... Кикве, ты уже не первый человек, который хочет шар купить после того, как у меня насмотрелся. Ну, меня, Катя? Он плотный, выдерживает нагрузку, выдерживает прыжки, в принципе, я доволен, у меня нет каких-то претензий. Спасибо тебе большое, Кикве, за донат. Ребята, а кто у нас удалился? Это Диз, йоу. Я читаю чат, рыпую, охуенно, бля. Тихо всем. Джоин лох сосет, он хуй большой и толстый член. Соси, Джоин, пососи. Катя, спроси про недрочабль. Не-не, продолжай, все хорошо. Я сейчас одновременно читал из твоего и из своего чата сообщение и зачитывал. А, подожди, то есть это была не заготовка? Нет. Я тоже думала, что это выпущенный трек. Слушай, я тоже удивилась. А хотите еще попробую объединить? Нет, я попробую это объединить. Это просто три весь чата. Рэп так выглядит вообще со стороны. Я сейчас попробую объединить три чата и зачитать. Давай. Давай. Сейчас я открою еще один. Так, чатики, пишите что-нибудь пишите. Такое. А музыкальное и вменяемое. Рандомные рифмы, короче. Вменяемое, Дина. Сейчас еще 10 ждем. Сказала. Там у бабки нет интернета. Покакал. Вот пишет. Дима лох. Музыкальный. Это... Катя секс. Огромный рэп. Это огромный рэп. Рэм здесь. Я ее тихо. Я, блин, любит семечки. Ай, я люблю сосать хуй. Это медуза Трамп. Трамп. Глент. Покакать. Бустер лох. Бустер секс. 3-2-2. Сосать хуй. Ля, кринж, птичка я, горький чёт, кринж. Пельмени ебал, Катя, писька большая, Путин. Я точно красавчик. Туда зашёл, привет. Да-да-да. Не надо. Джоин топ, джоин долбоёб, джоин иди нахуй. Меня насильно заставляют рэп джоина слушать, что происходит. Да, меня тоже. Блин, Гипертокс, ты бы лучше скорее зашёл в комнату. Меня кикнули за... Он держит нас за заложников, заставляет слушать рэп свой. Алло, я... Помогите, пожалуйста. Я разбавил атмосферу, идите нахуй. Да, ты молодчик. Кто? Еще да, нормально исполнял. Это че? Был голос? Это был рэп из чата. Это я. Слушай, женский голос. Я не понимаю, кто это говорит. А где твой кот? И говорит Катя. Да. А уже нет, уже нет. А, уже нет. Да, нас тут спустило. А че меня кикнуло за ФК? Я че, не могу обратно зайти или че? В новую заходи, в новую. Так вот, Катя, сколько тебе смайликов рисовать? Две. Так, а сколько славик получилось? 15, да? Вроде да. Да. Я думаю, где-то, наверное, смайликов 10. Просто надо посмотреть по идеям. Мы заходим, да? Все? Да. Да идей-то много, скорее всего. Да. Джоин, я жду альбом, я буду крутить его на стримах, потому что у меня уже... А кто там на меня пиздел? Я на него дис выпущу. Я. Можно это бист был, это бист. Давай, и чё ты мне сделаешь? Давай. Что я был? Что я был? А, ты был здесь. За меня, бист красавчик. Не, бист не. А что я сделал? Да всё в порядке. Я тебя хотела подставить. А это же не готово. На секунду, буквально сторис со стриме запишу сейчас здесь. А где ещё? Окей, я где ещё запишу на себя бист. Мексиканскую. Скажите, как готовы. Нормальный никнейм. Я уже не могу слушать хоп-а и хип-хоп радио. TV DH звучит круче, правильно? Давайте я посоветую. Можно запускать? Да. Ну, запускай, yeah. Она там сторисы свои ебаные пишет. Давай. Она давай. Опять обидится, кому что мы... вообще интересное в DH? Запустили раньше. Да похуй, погнали. Да похуй, Дин, погнали. Когда я обижалась, алло, запускай. Ой, я обижалась Настя. Только на биста, когда блин. Он меня кикнул. Блин, не обижайся, что я подумал, что обижалась. Оооо! Да ты мне фотки оттуда высылать начала, я охуел, блять. Конечно, я кик. Первая буду. Чё-то я поняла, первый. Смотрите. Слушай, что ты не замуталась? Микрофон. Извините. Извините, что я жую? Было плохо.
Я думаю, чатик, что первый слот, соответственно, первая позиция в голосовании у того, кто создал лобби. Ну, кто отвечает за кнопку старт. Короче, я думаю, слоты раздаются в порядке попадания в лобби. Где? Ё-моё. Какая быстрая катка. Доброе утро. Я стоял на админке... Настя, не обижайся, пожалуйста. Я стоял на админке, уже бежал кнопки, не успел зарепортить. Ну как зарепортить? Я была в районе правого реактора. Это не Дина, это правда. Где убили? Где убили? Это не... Нет, сейчас, подожди, я хочу узнать, где был спойлер. Я был в медотсеке. Я в админке на экране стоял. Так, спойлер. А, ты в медотсеке был? А что ты делал на электрике перед репортом? Я не был на электрике. Я думал, по остатку ты и кат. А кто в глаза долбишь, что я на электрике не был? Я видел белого, блядь, я на секунду ты видел... Ты в глаза долбишься, я хорошо, не был я на электрике. Долбил глаза. Кто видел спойлера? Приветик. А, я был белый одет, это я стильный такой. А, это гипертокс был? А, наверное, я видел белый костюм. Окей, это был гипертокс, окей, ты стоял на электрике, а долго ты там стоял? Ты там под чем вообще? То есть я, ты подозреваешь кого-то, я такой говорю, это нет. Я, да, это все равно сказать, я убийца. Не-не-не, скажи я просто, нет, стоял. Давно? Как ты туда зашел? Так, гипертокс пиздел на мой рэп, давай, нахуй его все. Гипертокс, как ты зашел на электро? Расскажи свою машину. Рассказываю свою историю, рассказываю свою историю. Нет, ну вообще, я знаю... тайма и... Ты, блядь, дашь сказать? Оставляю Дину, блин, и джойн тайма на спавне. Прихожу, проверяю туда-сюда. Потом пошел на электрику, думая, что там будет саботаж, там и остался, все. Какие вопросы? Какие вопросы? То есть ты справа пришел на электрику? Звучит правдоповно, кстати. Слева, слева, со спавна, слева пришел и ждал, пока. Я всегда так окей, делаю. Тогда я всегда друг на электрику, чтобы ждать саботажа. Где друг? Олег где джойн? Был? А где если Олег гипертокс... Я... когда проголосовал? Алло, если... Джойн, а где ты? Потом я пошел на админку чекать, блядь. Да, блядь, где скип? Голосуйте скип, пожалуйста, скип. Где? Скип голосуйте. Это Олег или джойн? Это Олег или джойн? А труп был где? Рядом с Олегом? Где труп, да, в итоге? Дерево, блядь, пятый раз говорим! Всем пофиг. Спасибо. Бис, ты на камерах стоял до этого, да? Да, да, он стоял. Да. Дезертук байт, что ли, на эту карточку? Гипертокс, кстати, такой спокойный всегда. Недостаточно душно, я хочу немножко спросить. Джоин, Олег, Джоин, как вы встретились? Да. В смысле, когда встретились? Вы встретились? Ваше знакомство? Романтическая музыка. Джоин, ты весь раунд с Олегом? Джоин, ты весь раунд с Олегом? Нет, я говорю... Как он слышишь, где ты его нашел? Увидел? Слышишь, я сейчас, я тогда, прошлый раунд, я стоял на экранах, понимаешь? На экранах, где, блядь, проверяют трупы. Весь раунд? Почти весь раунд. Я вначале стоял на ключах, потом вниз пошел, потом вниз. Вытроп себя. И от этого типа... Не гордая. Ну, ни одно вытолстовочку. Через лево или право? Вот в таблице. Ты был лево части карты? Через лево, да. Он через лево побежал, потому что я через право. А где ты Олега встретил? А где ты Олега встретил? Ты мне ответишь на мой вопрос? Я вообще не встречал Олега, блядь. В маке на трассе. Мне нравится бист, он раскачался. Это Джоэн Олег, скорее всего, в паре. Почему? Я нашел труп от камеры, пошел вниз. Там в проходе лежал труп. До этого я на камерах увидел, как они пробегают около вот этой хуйни, где листья спускать. Пробегают вниз и направо. Как раз таки от трупа. Неубедительно, бист, неубедительно. А, вас там не было, я понял, вас там не было. Так, ты просто... Я пробежал... Я по камерам говорю инфу, алло. Ты рандомно вкидываешь каждого из людей. Ты начал на потом на дезертука, я на гипертокса не влетал, я сказал, что это белый. Я было вообще. Мы сейчас скипаем. Олег Джойна. Души Джойна. Олег Джойна, камеры были в левом зоне, говорят, что их не было. Скип. Олег Джойн, вы говорите, что вас не было, да? Джойн. Я его не встречал. Почему он говорит, что я его встречал, если я его не встречал? Они друг с другом бежали. Он пиздит. А вы говорите, что вы не бежали друг с другом? Опа! Они на камерах бежали друг друга. Опа! И я влетел не в гипертокс, а в спойлера, потому что думал, что это белый. Но он сказал, что у него белый костюм, значит, это не спойлер. Я не, ну, по костюму всего лишь. Получается, спойлер не новый. Чё у меня красный никс-то? Попался гипертокс. Нифига себе, вот смело уже успела тогда загрузить данные. Так. Джойн и Олег. Блин, не буду дать задание. Блин, чат, охота с вами поболтать, если честно. Так, вот. Знаете что? Просто прятаться. Нет, так себе место для пряток.
Ё-моё, человека убили. Прям перед мной человек будет. Один? Это я буду обвинять. Кипер. Кто будет обвинять? Я буду. Олег Пусел будет тебя обвинять. Все, Олега забрали всеми руками. Стою, жму на кнопку с десертом, как я думаю, потому что мы с ним вместе подбежали. Тут репортит зеленый труп. И вот Олег говорит, что это я. Ну да. Ну, типа, подо мной делают килл, пока у меня на фулл скрин рука, понимаете? Со спойлером. На фулл скрин у меня рука. Кто-то был на другом реакторе? Вот это кто? Мы с Джойном были на реакторе. Мы налево побежали. А, так вы можете тогда ответить на вопрос, была ли одна из двух кнопок нажата или нет? Да, была. Нет, я только правую жал. Я здесь жал правую. Так в этом и соль. Ребят, по очереди выгоняем гипертокса и Олега Пусина. Ну так я еще говорю. Обоих выгоняем по очереди. Сейчас мы говорим Олега. Мы вообще говорят, кому выгонять? Олега, сейчас Олег. То есть смотрите, у нас Вуд с Джойном подтверждает, что Олега. Другая кнопка была нажата, и ну что была открыта. Гипертокс как раз говорит, что он стоял в окне этой кнопки. Направо. Труп только, если что, только мы убили, моментально зарепортили. Мы стояли направо и убили под ногами у меня, я так не понимаю, видела, зарепортили. Вторая кнопка была нажата, я не успела открыть задачи. Не успела открыть задание, чтобы посмотреть, нажата ли одна кнопка. Вы только что ответили, что одна из двух кнопок я была. Я видел, как была нажата кнопка. Так сейчас что жмем кнопку, выгоняем гипертокса в баланс. Олег, пуси пока. Да, он вообще на изи. Сам нажми гипертокс, чтобы мы не тратили. Да не, я же жить хочу. Я не думаю, что это гипертокс. У нас по двум раундам на Олега. Подозрение, да? Без табы поохранять. Он точно мирняк. Сидит, телек смотрит. Ребят, давайте кики. Подождите, только не голосуйте сразу. Только не голосуйте сразу. Гипертокс, смотри. Я хочу сказать, что... Давайте кикнем Джойна и закончим. Это удивительная история. На. А я хочу сказать, что окей, расскажу теперь, расскажу вам, почему это вряд ли гипертокс. Нет. Я расскажу по первому раунду, потому что я сказал, что это спойлер, и гипертокс сам признался, что он там был, окей. Если бы гипертокс не признался, я бы топил спойлера, но я даже не знаю. Не, нихуя, Бис, когда я признаюсь, меня сразу чикают. Не, смотри, спойлер, да я понимаю, Бис. Ну зачем ему признаваться тогда? Да, блядь, всегда признаю. Да он мирный, блядь. Я расскажу не важно, вам не важно, коробку, баланс да, и мир, потом было, Джойна если выгоним. Вам интересно. Давай. Да не надо, баланс, давай. Это Джойн, блядь. А зачем спойлер, смотрите, так мы сильно бежим... баланс? Чтобы вам было... Дайте я не расскажу, все равно вы нечего выгоним. Я в Джойна пойду, давай, потому что он второй трейдер. А расскажи историю, мы гипертокс. Мы идем справа с десертом. Подходим, подходим к десертам к руке, нажимаем вместе кнопку. И все, собственно, у меня на фуллскрин рука, репортит зеленый труп, я понимаю, я сразу говорю, кто в меня будет вкидывать, сейчас по-любому кто-то будет, это Олег, он говорит, я буду вкидывать. Угу. Вот и вся история, очень интересная, правда. Джойн, а для тебя кто двойка мафа? Я вижу, как бегает Джойн с Олегом, а потом говорят, что они не бегали. Я нажал на кнопку слева, если что, с реактором. Я тебя не видел с Джойн. Я тебя не видел с реактор, я нажал. Не успел ты нажать на кнопку? Пробуем. А что вы Джойна выгнали-то? Блять, какая... Я думал, меня так горит жопа, чтобы я... А, ну все, это видно. Я просто гений! Уёбище ёбало, блять! Ну, как будто камик вошел в голос, кстати. Такие сучары просто вдвоём бегут. Это все твой рэп. А как такой размен произошел? Вот махнемся цитатами. Ну, Бис настоял. Бис настоял на том, что в первом раунде гений. Действительно они были вдвоем, и только если один из них убил, то второй обязательно должен был это видеть. А мы решили, что раз Олег предатель, то Джой не мог этого не видеть, получается. Блядь, пожалуйста, спасибо. Нахуй. Дайте мне еще раз трейтера, я прирежу этого писта, блядь. Ну, в игре. Так, осуждаю. Ой-ой-ой. Сколько осуждаешь в игре? Сейчас бы живут. Не надо меня в игре убивать. Это мирная игра. Мы голосом можем решить всю проблему. Чат, я сегодня вообще не буду трейдером, да? Тебе повезло, сука. Я нахрена вообще нацепила этот долбанный пульсометр, чтобы мерить за мирного, что ли, пульс? Ну, дадово, чат. Нормально. Нормально. Сразу говорю, я температуру понижал до 35 градусов, минус 35, жал ну, просто эти кнопки. Давай поговорим с тобой. Я сейчас, где труп? Я сейчас стоял справа. Да вы, блядь, меня послушайте, я зарепортил. Поехали. Да, давай, я сразу скажу, что я дадово.
Да нет, говорю, скажи мирные, труп, мы блядь, мирные, ты слышишь, закрой рот, блядь. Я сегодня такое? Ни разу не была предателем. Ни разу. Я зарепортил труп, у меня есть синфа. Мы играем уже три часа. Я, короче, чиню свет быстро. Жду подкасты в тележке. Я, кстати, думаю, можно на следующей неделе Блаблака сделать. Свет, когда его еще не... Ну, вы поняли. И, короче, ко мне прибегает спойлер, а рядом труп. Какой пульсометр, я сейчас покажу. Нет, стоп, было немножко по-другому. Вырубилось электричество, я побежал на электричество. Со мной еще кто-то бежал. Я бежал не последний, я бежал вторым. Я прибегаю, вижу, что гипертокс делает электричество, мы вместе выходим, он репортит труп Дины Блин. Ты понимаешь, что там могло пробегать? Там могло пробегать куча людей, и за мной бежало двое минимум. Поэтому нет, не нужно починил, только в меня топить. Нет, я у меня еще не стоял. Я отошел от себя, когда ты чинил. Радиус света я подошел, я вижу, я что... Я подошел, вижу, что ты чинишь, отошел, стал ждать, пока ты дочинишь. Я думаю, ты бы заметил. Я так всегда труп, делаю. Потому что ты был от него очень рядом. Ну, смотрите, был я в самом начале с тобой в электричество пришел. Человек, который на температуре стоял. Кто там на температуре стоял? Ладно, ладно, если вы не готовы выводить, я думаю на 80%, что это спойлер. Вот. Блять, ты даже не можешь рассмотреть ситуацию, что я был в электричестве весь раунд с тобой, и там до хера народу могло быть. Это 20%. Это как раз эти 20% рассматриваем. Это глупость. Я в оружейке файл качала, сразу же вниз побежала. Блин, тоже подозрительно. На заставке побежала. Там, кстати, Финаргот передавал всем извинения от него. А за что? Я за то, что он ливнул тогда. Да он взял, подгорел. За ним посмеялась. Извинения и несколько стикеров, где собаки вот так у нас делают. Мой любимый стикер отправил. Ох, Финаргот, ох, Финаргот. Дин, у тебя пульсометр бракованный, он пульс только у призрака измеряет. Ох, чат. Чат, а чего вы на Ютубе фазмофобию не смотрите? Вот вы Иманг смотрите, а фазмофобию не смотрите, а? Обсчиталась. Что такой высокий пульс? Я тебя очень рада видеть, Бакунок. И я волнуюсь привидеть тебя. Страшно. Страшно, неинтересно. Сейчас посмотрим. Страшно. Это не то. Вам неинтересно смотреть, да? Но на стриме-то вы смотрите? Или вам фазмофобию как будто только в моменте интересно? Мне кажется, это дезертук, ребята! Рикадзе, я с тобой бегаю. Он за мной, ты за мной бегал всю катку! Если бы я был трейдером, я бы тебя уже давно убил. Так я так от тебя убежала, так ты за мной бегал всю катку. Да нет, он не стоит на лайфлайнах, он всегда стоит на лайфлайнах, когда мирный. А потом бац, короче, и бац, и рядом труп. То есть вырубается... Короче, меня убил спойлер. Может, да. Короче, может, ты проносишь меня? Да. Я вижу репорт. Да, я в тебя это буду. Не Якадзе, это не гипертокс, этот килл сделали. С нами забегал. Его сделал ты. Сейчас попробую, нет, чтобы вырос. Дизельчук любит саморепортить. Блядь, господи. Вкусно. Да это спойлер, ну, скорее всего. Был. Короче, я еще раз объясняю. Я, Якадзе, Дезертук и спойлер забегаем в лабу. Оттуда выбегает Вуд. Только выключается свет, гипертокса я вижу, ножки его, как он стоит на этом, на телескопе. Я, соответственно, бегаю за Якадзе, как я делал, блядь, предыдущую целую минуту. Вот, и, соответственно, спойлером одного, кого я не вижу. Грёсти, я вижу кнопку репорта, я нажимаю кнопку репорта, умер Джоин Тайм, спойлер жив. Ну, типа, да, только меня там не было сейчас. Можете запорнуть меня? Когда, короче, темнота, обычно становится два игрока в одного, и все, и стоим. И во время темноты я кого-то фоловлю. Ну, этим человеком была ты, потом ты смешно бегала в забор, врезалась, блядь, бегала туда, где квестов нет, типа, я не понимал, что за передвижение по карте, и все. Я бегал, просто угорал, типа, ну, ничего такого. Ну... Можете кикнуть меня, потом кикайте спойлер. Скорее всего, это он, потому что гипертокса я видел, Якадзе... Да я не было там десерт. Блядь, все, спойлер, давай, вот после этой фразы, блядь, точно улетаешь. Ой, как грязный десерт, как грязно. Спойлер. Очень грязно, я говорю, можете... За кого мы голосуем? Спойлер. Давайте спойлер, ты бегал там. Да. Потом посмотрим на десертука, просто... Потом как повезет. Да за что, меня там даже не было, я объясняю, я убежал на электричество. Так видишь, как будто у меня седина? Я убежал на электричество. Я видела белый, просто другой вопрос, что там было было я. Я не знаю, какова вероятность того, что он меня убил бы. Может быть, он реально бегал, чтобы... Дезертука, баланс, просто кикните, пожалуйста, и все. Потом, да, посмотрим, я... Так. Голова что-то так медленно сохнет. Сюда лабиринтик. О, чат, я в воскресенье снова в театр иду.
Олег. Олег, прошу замутиться. Уже можно размутиться. Да, правильно мы скрещиваем. Честь чего собрания? Ну, чтобы без параноид в меня. Без хочет попарануть в меня. Ну, смотри, каждый сразу начинает говорить в дезертука, дезертук репортит, и хуй знает, спойлеры. Я бы сделал размен. Да, конечно, второй трейтер, блядь, что больше... Я предлагаю скипнуть на 7, нет, типа, и... подожди, мы а сейчас... Нет, у нас 7. Не, подожди, раз потому ты что говоришь, она... что на 7, у нас один трейтер. Такие бровки у дезертука. Ну, что ты? Почему мы не делаем размен, если на 7? Зачем? Так зачем? А в прошлой игре Беста делал размен? Не, а мне кажется, ты кого-то сейчас спалилось, кто-то знает. Нет, в прошлой игре не нужен был размен, потому что они были оба трейтерами, я видел по камерам. Здесь инфа твоя против его инфы. Я делаю размен в дезертук в тебя, потому что он все время... Дезертук постоянно стоит на лайфлайнах. Дезертук часто... Дезертук часто стоит на лайфлайнах, я его на лайфлайнах не видел. Есть маленькая проблема, что у тебя в прошлой игре была твоя позиция против двух игроков. У меня здесь одна позиция против одного игрока. И то есть ты считаешь, что ты в Солянова двоих ебать можешь перетопить, а дезертук, блядь, один на один. Спойлеры топили еще в первом. Дезертук, дезертук, дезертук. Я в том раунде видел камеры. Да я понимаю, так похуй, я видел сейчас спойлер. А почему ты так не хочешь уйти? Почему ты не хочешь уйти? А нахуя мне уходить? Из-за твоей паранойи? Из-за твоей паранойи? Только из-за твоей паранойи, блядь? Бис, сколько раз я уходил в твоей паранойи? Раз ду, наверное. Нет, это дезертук, я в него. Ну хорошо, если не паранойя без стату, Катя, ты уверен, что это он? Как а, пульс? Смотрите, у меня пульсометр. Мы должны идти на грудный пульсометр. Бегал, это прям да. Железо, так а зачем? Мы в реальном времени берем одного алло! Трейтера таким действием. Его уже трейтера не проиграем, блядь. Спойлер, тебе сказал, что его вообще там не было, а тебе после он, этого блядь, сказал, что он там был. Кто видел вообще спойлера? Да Шуля, Юлечка, спасибо огромное за пост. Ребят, всем привет. Даша. Я мирная. Как раз обсуждение закончилось, я встречу музычкой, такие заходят нарядные. Спасибо огромное, Дашуль. Располагайтесь, ребята, у нас тут эмонг, ну, добрый, ну, не сказал бы, что добрый эмонг, ну, такой эмоциональный весьма-весьма. И я сегодня первый раз играю в эту игру с пульсометром. Вот, меня на экране можете наблюдать. 36, йоу, мотала мы в красной зоне чат. Это я просто заволновалась, вас увидела. Располагайтесь, меня убили первой, в принципе... Ничего удивительного, зря пошла чинить свет, что скажешь? Спасибо большое, Джоин. Я не смотрю в чат. Вот это ты откуда пришел? Я от бензина. Как обычно, да. А, ну давайте вот дверь кикнем, давай. Там труп лежал. Кого кикать? Рядом, вот. На улице. Ну вот получается. Чатик, если бы вам нужно было выбрать один смайл, чтобы поприветствовать рейдеров, какой бы вы выбрали? Ну смотри, до выключения света, я пошла сразу канистру заполнять и пошла на правый этот реактор. Да, у меня кнопки нету, следующую кнопку, если мы выиграем, нажми, Олег, пожалуйста, на кнопку. Хорошо. А почему ты меня сейчас голосуешь? Голоса? Вот, сейчас мы голосуем вот. Если игра не заканчивается, мы голосуем гипертокса. Нет, да, про Вуд говорил нет, еще дезертук, который... Нет, дезертук... Не, что, нет, блядь, я с тобой стоял? Авдеич, я на тебе стоял время убийства, ты ёбнутая, блядь! Авдеич, я на тебе стоял время убийства, ёбнутая, блядь. Дезертука вывел, знаешь, подожди, дезертука. Про размен нужен, блядь, был. Какого хрена Бис сейчас что-то в меня говорит? Потому что дезертук говорил про тебя, что ты выбегала. Нет, у нас оставалась ты. Ты трейдер? Не, про бензин она сказала, и она сразу проголосовала. Нет, кто второй трейдер? Кто второй трейдер? Ребят, мне надо идти, спасибо. Давай, спойлер. Спасибо. Нормально поиграли. Ну, блядь, спасибо большое, Джоин. Жду рэп. Ты был трейдером, да не, это нелогично. Понимаешь, если бы ты на камере... Сейчас спойлер, 10 секунд речи. У него 10 секунд речи, он говорит, я был на электрике, и последние 5 секунд речи, он такой, ну кинь мне вертка в размен. Все, блядь, все, что он нахуй сказал тебе за раунд. Стрим отвалился, и даже уведомления не было. Может быть, потому что десерт еще время. Но если бы ты был трейдером, мы бы проебали сразу. Без размена мы бы проебали его. Я чат не читаю, когда... Ну, блядь, ты мог переиграть. Я боюсь сказать. Не бойся, блядь. Труп вообще не около бензина. Труп вообще чуть над офисом. Ниже левее. Какой? Так если Наташа хотела бы... Дезертук сказал еще, что ты выбегала тогда. Он в тебя еще сказал, я это запомнил. Я просто проверил, он у меня оставался мирным. Я могу быть. Не, ну мы там выиграли. Нет, ты оставалась. Я в тебя руку и не ставил, он еще. Дезертук сказал, что ты еще выбегала тогда. Он это упомянул. Я у тебя просто спросил, откуда ты пришла, понимаешь? Он тебя упомянул, ты сказал за бензин. Так, сейчас 10-м. Может быть, там теперь как-то включается... Сейчас к нам Джози залезет.
А, кстати, я его не обновляла, надо бы обновить, наверное. Я обновляла, там 5 обновлений приходило сегодня. Что ты не обновляла? Да, ОБС там обновление приходило. Ой, я всегда откладываю обновления. Какие-то проблемы, просто я перед стримом обновила, блин, думаю, что такое. Вдруг выключен просто стрим. Даже уведомление не пришло. А что, мы девятером будем? Или нет, сейчас Джози зайдет. Да, спойлер меня хорошо приложил у Электро. Не пойду больше Электро. Да, мне нужно было убегать из баллоны. Ты помнишь, когда сказал, что я в двоих типа влетел? Подумай просто хоть одного безумного трейтера, который влетит в двух мирных. Просто подумай. Ты просто все время косишь мир, кого я косил? Кого я скосил? Мы кикнули спойлеры, сделали размен, и потом я сказал кикаем Вуд. Я одного мирного размен вывел всего лишь. До этого я вывел двух трейтеров. Здорово, здравствуйте, здравствуйте. Ты готов к доброму мангу? Он говорил про тебя. Он упомянул тебя. Нет, он упомянул... Нет, Дезерток упомянул, что ты выбегала. Он сказал, что я выходила из медицинки. Да. Он упоминал тебя. Красный для меня мирный, Авдеевич мирный. Блин, кто-то вылетел. Я первый раз за весь день сегодня я была бы предателем. А стойте, я кого-нибудь хотя бы зарежу. Он не шевелится, сейчас я зарежу кого-нибудь. Дебаш. Сейчас. Блин, ну надо было не говорить, надо было играть. Давайте не будем каждый раз. Так там... Авдеевич трейдер. Люди же повылетали. Дина, блин, трейдер, ребят. Я видел, как она сделала килл. Неправда. Это Якадзе, я все видел. Обидно, капец, блин. Я тоже видел, как Якадзе кинул. Все. Чего? Я думал, Дина меня убьет. А меня убивает Авдеевич, я говорю, ну что, хочу засейвить Дина, говорю, это Авдеевич. Даже тут меня ложно обвинил, понятно. Да, нет, я хотел засейвить тебя, я хотел ложно обвинить Авдеевич, понимаешь?